Всем привет, вы на канале Вкусные Истории. Сегодня я хочу приготовить деревенский салат. Ингредиенты используются достаточно простые, готовится он быстро и получается очень вкусный. И отправит нас в детство, к бабушке в деревню или на дачу. В первую очередь я нарежу маринованные огурцы. Также можно использовать соленые, если у вас есть домашние. У меня огурчики очень маленькие, я их нарежу ломтиками. Если у вас обычные огурцы, маринованные или соленые, нарезайте их просто кубиком. И отправляем в салатник. Следом за огурцами я нарежу одну маленькую луковицу. Количество лука вы регулируете по своему вкусу. Можно нарезать или мелким кубиком, я нарежу четверть кольцами. Также по желанию предварительно лук можно замариновать. Дальше я нарезаю маринованные шампиньоны. Я грибочки мариновал сам, вот так вот они выглядят. Домашние идеально подойдут в этот салат, так как они намного вкуснее, чем магазинные маринованные шампиньоны. Рецепт несложный, советую вам приготовить такие. Не только для этого салата, вообще это идеальная вкусная закуска к любому гарниру. Ссылочку смотрите в инфобоксе под видео. Нарезаю я их мелким кубиком. Зелень можно использовать абсолютно любую. Зеленый лук, укроп, петрушку. Все, что вы любите. Я использую небольшой пучок петрушки. Нарезаем его не очень мелко. Нам осталось нарезать отваренный картофель и заправить салат. Картофель нарезаем мелким кубиком. Заранее я его отварил, нечищенный. После закипания примерно полчаса. Это зависит от размера вашего картофеля. Потом чистим и нарезаем. Кладем немного соли по вкусу, молотый перец также по вкусу и 3-4 столовые ложки нерафинированного подсолнечного масла, салатного, так сказать. Если у вас такого нет, то используйте обычное масло. Нерафинированное масло придаст настоящий аутентичный аромат деревенскому салату и отправит нас в прошлое. Теперь можно хорошо перемешать весь салат и подавать к столу. Вот такой вот красивый, аппетитный деревенский салат у меня получился. Я не удержался, уже попробовал. Это действительно практически тот же салат, то, что мне готовила бабушка, когда мы были на даче. Очень вкусный, сытный, и готовится несложно. Советую всем обязательно приготовить такой салат. Он идет полностью самостоятельно, для него не нужен даже никакой гарнир. Особенно вкусный этот салат, когда используются домашние маринованные грибочки. У покупных совершенно другой вкус. И еще в идеале, конечно, использовать соленые огурцы. Маринованные тоже подходят, но у них тоже немножко не тот вкус. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Задавайте вопросы в комментарии. Делитесь этим видео со своими друзьями. Всем приятного аппетита. Пока-пока.